Всем привет! В студии Карина Факирова. Совсем скоро наступит новый 2023 год. Давайте узнаем, где в Иркутске можно зарядиться новогодним настроением в долгожданные каникулы. Новый год – это время волшебства. Если ты мечтателен и сентиментален, то тебе точно понравится это мероприятие. «Госпожа Метелица» – это увлекательный снежный мюзикл по мотивам знакомой всем с детства сказки «Братьев Гримм». В основе сюжета лежит история о взбалмошной мачехе, ее лентяйке-дочери, недотепе-женихе и трудолюбивой падчерице. Как-то раз падчерица обронила в колодец веретено и оказалась в волшебном, таинственном царстве холода и льда госпожи Метелицы. Помогая всем на своем пути, девушка получает необыкновенные подарки от строгой волшебницы, встречает свою любовь и возвращается домой. Мачеха вслед отправляет попытать удачу и свою дочь. Как встретила гостью госпожа Метелица и чем кончится эта музыкальная новогодняя сказка, узнаете на спектакле. Он пройдет в музыкальном театре имени Загурского с 25 по 30 декабря. Мюзикл подходит для семейного просмотра. До Нового года, как всем известно, будет Рождество. Именно ему посвящено это мероприятие. Накануне Рождества – это фейерверк радости, эмоций и удивительных открытий. Это музыкальный коктейль из хорошо знакомого и нового, старой доброй традиции и современности. Знаменитые латиноамериканские «Тика-тика» и «Бесами муча», новейшие композиции испанца Хермозе, поляка Вайтаровича, итальянца Ди Марино. Давайте сделаем новогодние праздники по-настоящему волшебными, веселыми, яркими и встретим Рождество дружной компанией вместе с талантливыми, креативными музыкантами в органном зале Иркутской филармонии. Событие состоится 24 декабря в 18:00. Стоимость билета 450 рублей. Поспешите получить заряд новогоднего настроения! Волшебство в нашем мире очень часто можно объяснить с научной точки зрения. И именно на это направлено следующее событие. Вы верите в Деда Мороза? А в Большом Иркутском планетарии знают, на каких физических принципах возможно его существование в нашей Вселенной. В основе сюжета лежит диалог зрителей с инопланетянином, который прилетел изучать культуру планеты Земля. Этот диалог помогает узнать, благодаря чему Дед Мороз успевает в Новый год подарить всем подарки и остаться незамеченным. Мероприятие интерактивное. Во время спектакля дети и взрослые принимают участие в диалоге с инопланетянином и Дедом Морозом. Представление состоится 10, 11, 18 и 25 декабря в 10:30. Максимальная стоимость билета на одного человека 400 рублей. А если соберетесь посетить планетарий всей семьей, то будет еще дешевле. Новогодние каникулы – это самое лучшее время для посещения кинотеатров, где царит прекрасная атмосфера объединения людей в одном зале. Как раз сейчас идет прокат фильма «Тайны Санта». Юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания, и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Светлана в этот Новый год собирается наконец устроить свою личную жизнь. В коллективе решено провести вручение подарков от Тайного Санты, и Светлана запланировала поездку на базу отдыха для себя и Стаса, сотрудника, который ей нравится, но все никак не сделает первый шаг. Однако все идет не по плану, и приглашение достается Максиму. Чем же закончилась эта история? Узнаете, если сходите в кино. Фильм покажут всю предновогоднюю неделю во всех кинотеатрах нашего города. Не пропустите! Любителям современного искусства точно понравится персональная выставка иркутского художника Григория Свердлова «Конь да огонь». Это авторский проект, который создали специально для галереи. Картины и объемные инсталляции дополняют друг друга и раскрывают традиции народного творчества через призму современности. Все образы узнаваемы. Это символы, связанные с культом солнца, плодородия, тотемных животных. Их смыслы остаются прежними, но облик меняется. Объемные формы отсылают к стилю поп-арт, автомобильному дизайну и аниме. Масштаб некоторых арт-объектов соизмеримый с человеческим ростом, создает ощущение погружения в фантастический мир. Мероприятие состоится 24 декабря в 10:00. Окунитесь в мир искусства! Это все мероприятия недели. Больше информации о жизни нашего университета вы можете узнать в наших соцсетях. В студии была Карина Факирова. Проведите праздники с пользой. Пока-пока!